Так, куда ты лезешь, малышня? Так, пыталась накормить всех, всем отдельно поставила мисочки, как когда-то Кази, Сави и Мельки и Татошки. Ну вот, только один Емелька нормально кушает. Все остальные что-то так понюхали и побежали. Ну, Татошка еще лизнул. Надо еду убирать, чтоб драки, не дай бог, не было. Ну вот решила сегодня первый раз на общую территорию принести. Так, 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 так. Все, уносим еду, чтобы не было яблока раздора. Да. Все уносим. Кисловатенькая, да, пюрешечка? С голубикой. Думаю, пора уже приносить на Татошкину и Емелькину территорию. До этого только на. И куда ты полез по их клетке? Куда ты полез, чудик? Это же не твоя клетка, это их клетка. Они сейчас как заревнуют. Ладно, кровать еще наполовину моя, наполовину их. Но клетка-то точно их. Понабежала тут, да? Так, теперь ты полезешь на клетку. Вот чудик какой. А ну-ка, марш. Все, не пущу, не пущу. Татоша и Емеля в шоке. Подожди, стой, 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 зацепился за что-то. Шоки ломятся от них. Думаю, что это за мельтешата такие? Так понравилось мне это слово. Название. Крысята. Мельтешата, копошата. Мельтешатки. Ой, а ты куда? Куда ты там собрался? А? Эй! Ой-ой-ой-ой, очень надо в клетку, да? Не надо в клетку, а то не заревнуют. Подросли уже такие, ого, коняки такие уже. Большие уже стали. Точно как на дрожжах растут. Так, подожди, 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 я что-то волнуюсь. Так, Татоша, Татошечка, тихонько. Татошка, тихонько. Так, Емельян уже сбежал. Думаю, да ну вас, мелочь пузатая. Что ты, Татоша, так еще и не выяснил, кто мальчики, девочки. Еще не разобрался? Так, вот кровать мне метить не надо, пожалуйста. Это моя кровать, не Татошкина. Ну ладно, пускай гуляют, короче. Вот первый раз на их территории. Будем надеяться, что все нормально будет. Через какое-то время примут. Но бдительность все равно нельзя терять. До тех пор, пока нормально не подружатся, все время нужно наблюдать, смотреть, чтобы все хорошо было. Ну, гуляйте, я буду с вами тут сидеть.